Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите немного о линейке аппаратов компании Саота. Компания Саота представляет линейку как портативных аппаратов, так и стационарных. Портативная линейка аппаратов представлена аппаратами MyLab Touch и MyLab One, или MyLab One, MyLab 30, MyLab Alpha. Линейка стационарных аппаратов представлена аппаратами MyLab 40 HD, MyLab 20, MyLab 7, MyLab Class C и MyLab Twice. А в чем различие между этими системами? Флагманом линейки оборудования является аппарат MyLab Twice, который представляет собой фактически два аппарата. Это стационарный аппарат премиум-класса и портативный сканирующий модуль MyLab SAT. Таким образом, возможно проводить исследования на аппарате MyLab SAT где-то в клинике, потом посредством протокола Wi-Fi передавать информацию на стационарный аппарат и проводить дополнительные измерения и, возможно, дополнительный анализ. Особенность аппарата MyLab Touch заключается в том, что он обладает 12-дюймовым сенсорным экраном. Также он имеет возможность подключения датчиков до 22 МГц. Это вот его уникальная особенность. Также компания Saote является разработчиком некоторых уникальных технологий, таких как автоматическое измерение тимомедиа посредством радиочастотной составляющей и автоматическое измерение эластичности стенки сосуда также на основе радиочастотной составляющей. Этот метод значительно повышает точность измерения, например, интимомедиа. Также в линейке датчиков у Саоты присутствуют датчики, которые называются IQ Probes. Они обладают активной матричной решеткой. И также у них есть температурный контроль, и они сделаны на основе монокристальной технологии изготовления датчиков. В аппарате MyLab 7 и MyLab Alpha представлена такая уникальная функция – это Strain 4D с помощью обычного фазированного датчика. Скажите, могут ли специалисты пройти обучение на ваших аппаратах? Да, мы можем организовать обучение на аппаратах. У нас есть медицинская база, на основе которой мы можем провести обучение как на ультразвуковых аппаратах, так же и на МРТ-томограф, который производит компания Саоты. Скажите, какие планы компании на будущий год? В будущем году планируется расширение линейки стационарных аппаратов еще одной новой модели. Ну и как осуществляется сервисное обслуживание компании? Компания Санамедика сама осуществляет сервисное и гарантийное обслуживание. Есть штат инженеров, которые периодически проходят обучение на заводе производителя в Италии. И компания осуществляет как ремонт в гарантийный период, так и в постгарантийный период. Дмитрий, спасибо большое за интервью. Спасибо вам.